Итак, мы с вами установили образ, и теперь мы хотим запустить контейнер с необходимыми параметрами. Во-первых, я добавляю отражение или монтирование папки в реальной файловой системе. Она находится у меня в папке пользователя cusersIvan к некой другой папке пользователя, который находится в виртуальной файловой системе, и я указываю проброс порта 8056 внутрь контейнера на порт 80. И последний параметр – это название образа, image, который мы только что скачали с помощью команды pull. Некоторое время займет запуск контейнера. Замечу, что в нем практически никаких команд, нужных вам, нет. Даже та же самая команда, на которой вы привыкли пользоваться, отсутствует. Поэтому нужно будет в первую очередь сделать apt-update. Apt-update для того, чтобы скачать актуальные репозитории с интернета. После этого вам доступна установка необходимых программ. В первую очередь мы устанавливаем с вами сам веб-сервер Nginx, редактор текстовый Nano, текстовый браузер Lynx, Midnight Commander, вам всем уже знакомый, и специальный пакет программ для управления репозиториями. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы скачать эти пакеты. И пока они устанавливаются, я поясню. Nginx веб-сервер входит в стандартную поставку Ubuntu, и все остальные пакеты, которые мы устанавливаем, тоже. Но так как версия PHP 5.6 перестала поддерживаться и развиваться с 2017 года, мы с вами будем добавлять специальный репозиторий, который хранит ее, значит, для потомков и веб-разработчиков, которые поддерживают старые проекты. Этот репозиторий добавляет стандартные команды, и после этого мы сделаем apt-get-update для того, чтобы снова обновить список наших репозиторий. Далее мы настроим с вами конфигурационный файл веб-сервера Nginx. Там буквально нужно будет исправить всего 6 строчек. После этого мы запустим сервисы и убедимся, что они работают. И можно будет подключиться к нашему сайту, используя текстовый браузер Lynx изнутри контейнера. Но так как у нас с вами настроен еще и проброс портов, то мы к нашему веб-серверу можем подключаться и из основной операционной системы, более того, и из других компьютеров тоже, которые находятся в вашей локальной сети. Для чего может пригодиться этот контейнер? Дело в том, что Docker – это очень элегантный способ изолировать пакеты от основной операционной системы. То есть, если вы не хотите рисковать зависимостями, что у вас установлены пакеты что-то исправят, изменят в вашей системе, то это как раз очень хороший способ это сделать. Итак, мы установили почти все пакеты, остался только PHP. Добавляем репозиторий. Соглашаемся с вопросом. Устанавливаем PHP. Там потребуется указать зону и город, именную зону. Указываем Азию и город Иркутск. Азия номер 6, город 33. У нас почти закончилась установка. Значит, мы с вами должны попасть в файл конфигурации Nginx. Он находится в папке etc. Size available. Файл называется default. Исправляем буквально в нескольких местах. Во-первых, укажем, что у нас с вами корень сайта находится в папке home user www.
Напомню, что эту папку мы с вами связали с реальной папкой, находящейся в нашей файловой системе, и там уже создан файл. Во-вторых, мы укажем, что индексный файл нашего веб-сервера, то есть тот, который будет открываться для корня сайта, мы исправим на index.php. Далее, мы скажем, что файлы PHP должны обрабатываться специальным веб-сервисом. Раскомментируем 4 строчки. То есть мы указываем, что все файлы, заканчивающиеся на PHP, обращаю ваше внимание, что это регулярное выражение, будут обрабатываться с помощью интерпретатора PHP. Здесь указана версия 7.0, но мы сейчас только что поставили версию 5.6, поэтому сокет мы с вами меняем на 5.6. Второй FastCGI Path директиву раскомментировать не надо, потому что либо одна, либо другая работает. Итого мы с вами раскомментировали 4 строчки в этой директиве и исправили на нужную версию. Все, настройка закончилась. Нажимаем Ctrl-X, записываем сайт. И теперь нам нужно проверить, что действительно у нас есть необходимый файл index.php. Заходим в Home User www. Там я уже создал в файловой системе index.php. Вот так вот он выглядит. Очень простой сайтик из одной строчки. Эта функция php.info генерирует нам информацию о настройках конфигурации PHP. Сайт есть, нужно его только запустить. Для этого мы с вами запустим сервисы. Service PHP 5.6 FPM. Start. Запустилось. Теперь Service Nginx. Start. Запустился Nginx. Запускаем браузер текстовый links. Чтобы перейти на какой-нибудь URL, нужно нажать на кнопку G от слова go. Вводим URL. Мы заходим с вами на локальный хост, то есть на внутренний адрес виртуальной машины и видим, вуаля, мы отобразили конфигурацию PHP. Ну, пока она отображается в текстовом виде, конечно, как браузер по-другому не умеет. Кнопочка Q, выходим. Все, мы молодцы. Теперь мы можем из этого контейнера выйти и зайти в него заново, если мы используем идентификатор этого контейнера. Файлы контейнера хранятся на реальной файловой системе в зашифрованном виде, никак не пересекаются с реальной операционной системой, поэтому, друзья, пользуйтесь докером, он очень удобен и позволяет делать многие элегантные вещи. Спасибо за внимание.